Привет, это опять я. Ну и, в общем, это будет реакция на Сьюх. Ну, смотрим. Вот и я вернулась. Простите, что бросила вас тут на такой долгий срок. Очень жалеем, хотя Оска классная. Я долгие тысячи световых лет путешествовала по мирам и вселенным, наводя порядок в своих королевствах и империях. Но вот я... Окей. Снова здесь. К тому же с очень хорошими новостями. Я познакомилась с очаровательными существами, зовущих себя обджектами и символарами. Прикольно. И один из них мне показался очень милым. Его зовут Кнайф, и мы полюбили друг друга с первого взгляда. Желаю вам долгой и счастливой жизни. Всем привет, я Кнайф. И да, я очень люблю Габриэл. Она очень милая и хорошая, и даже помогла бы. Ну да, прикольно. Я очень рад, что встретил ее. Она прямо как ангел, спустившийся с небес, чтобы помочь нам. А в Кнайфе ты меня смущаешь. Но помимо этого я познакомилась с господином и кратким. Он так силен, что, наверное, смог бы сразиться со мной в честном бою. Но ему все еще далеко до моей мощи. А еще у него есть очень милый ассистент Ёшка. Он очень... Почему у нее рот, когда он говорил, в какой-то момент стал белым? Приятный в общении. С ним можно посидеть, поразмышлять о жизни, вселенной и вообще, попивая их странного напитка под названием Ягроэш. В общем, хорошо... Курение и употребление спиртных напитков вредит вашему здоровью. Вот у них приятная компания. Но только попробуйте тронуть хоть кого-то из них, в особенности Кнайфа. Я испепелю вас на мелкие кусочки, после чего соберу обратно и испепелю вновь. И буду делать так бесчисленное количество раз, чтобы вы страдали без остановки. Ведь даже... Доброе. Смерть не спасет вас от мучений. Ладненько, на этом все. Пока-пока, мои котики. Надеюсь, что мы снова увидимся с вами как можно скорее. Нет. Люблю вас. Иду. Сорян. Сорян. Чё тут еще есть? Это уже видео, которое я смотрю тут некоторое. Игра «Сделай свою Сьюху». Сьюхи. Это столько всяких реакций. А, вот. Что это за картошка отварная с щетиной? Не обращайте внимания, так идут 5 миллионов часов. Типичная русалочка. Типичное начало. Бедненькая. Я о том же. Почему они такие? Думаю, можно не продолжать. Тут, в общем, и так все понятно. Сьюхи. Ай, тут куча всякой... Господи. Куча всякого дерьма.
здесь куча всякого дерьма. Очень-очень много всякого дерьма. Вот, например, пример такого дерьма. Да вы там все на одну харю. Если вы тронете моего сенсика, то я вас убью. Надеюсь, это сделано ради Рофла. Да. Сенсик, дорогой, пожалуйста, подтверди, что я не вру. Хорошо? Не обращайте внимания, сестра просто ругает мою собаку. Нет, моя коротка. Она снимает в том же, в чем и я. Лево, я всегда буду твоим, и ты никогда не врёшь. Давай поцелуемся. Давай. Оска эстетичная. Да я слышу. Ну и что? Нет, ну а зачем? Иди. А ты что, снова снимаешь? Ну да, как бы. Ты вязаешь. А я не знаю. Можешь выйти? Пожалуйста. Семья. Фу! Фу, 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 фу! Что? Ты опять тут? Иди. Это прям это. Я на снюк снимаю, иди в жопу. А, типа, лицо? Нет. Иди в жопу. Теперь мама. Я доказала, что Сансик мой парень. Если вы его тронете. То, что вы с ним сосались, ты доказываешь, что ты шлюха, а не то, что он твой парень. Но я вас убью. И если вы не поставите лайк и не подпишитесь, я вас тоже убью. Все, всем пока, мои кисулечки. Что-то ее прям реально кадрит. Новое. Всем привет, ребята, с вами я, Dragon Cat. Сегодня у нас будет реакция на Сьюх. Да, реакция на Сьюх. Почему реакция на Сьюх? Потому что я не придумала ничего более. Опа. Короче. Это мой человек. Нет идеи просто что снимать. Ну, переходим к первой Сьюхе. Сьюха номер один. Ну, привет. С вами Пасанова Королева. Если б я не добавила звук, мы вообще бы не слышали, что она говорит. Не наша королева. Нет, можешь, И ты рисовала стиль у Луна из адского вкуса. Сугу. Ты не будешь править этим миром. Не позволят. Тут появилась какая-то шлюха. Ты что ли? Сьюха здесь единственная ты. Сьюха, это ты. Здесь только ты. Чтобы не было ничего, потом справедливо. Я убавлю, хорошо. Чтобы, короче, проблем не было. Какие проблемы? Я хочу сказать, что Арабик только мой. Подожди, кто? Арабик не твой. Это выдуманный персонаж. Ему отбелила его. И сделай ему модную стрижку. Арабик, как тебе? Да, это очень круто. А кто такая? Это ютубер или? Или это мульт какой-то, я не знаю. Машка Кашка-чан. Это моя жена. У нас уже двое ребенка, Лысый и Маруся. Блин, голоса чуть не совпадают.
получать. Мы дадим тебе подожди. Пауза. Да еще кто такие? Резня! Все, она так быстро слилась? Ну ладно, мы переходим к следующей. А можно убавить? Да я не могу! Туда я добавлю. Тихо под номером 2. Все, наконец. Добавляем. Ну привет. Змея, мега, и мы не бараны. Ты не королева Селены. И да, я постараюсь не забыть твое имя. Королева Селены. Это мой первый бит. Вам не слышно, я сейчас блеванула. Разве она у тебя есть? Я крутая королева. Ты не королева. Королева планеты, но скоро... Ты сюха. Я стану королевой вселенной. Да что ты? Да мне вот подгласны все. Боже, какая шутка. Вообще-то нет. Еще, как у многих других королев, просто сюха. Вот первый первый парень это... Второй Сенс. Обязательно должен быть Бенди. Третий это Билл. Четвертый это Бенди. Я носом чуяла. Я жопой. Все меня очень любят. Я вообще самая крутая на планете. И вообще. Можете написать, если надо делать. Или можно сделать такое видео самой. Билл и Бенди вообще на себя не похожи. Это Санс похож, блядь. Поставить дизлайк, написать плохой комментарий. Ну, например, я поставлю тебе дизлайк и напишу плохой комментарий, что мне не понравилось. Я смогу вас простить, потому что я самая крутая. Ты не самая крутая. Еще скажу кое-что. Если мы до завтра не наберем 1000 подписчиков... Нифига себе, а тебе не жирно? Я вас всех прикончу. Слышь, королева вселенной, тебе не жирно? Вселенная, Земля... Куча миллиардов подписчиков. Не жирно? Мне бы так. Не отвечаю, если завтра мне будет 5000 подписчиков. Сестра смотрит нелюбимую матерь и дочь. Жопу не слепнется? Понятно, мам. А такое количество. Да вот. Ладно, мы переходим к следующей Сьюхе. Сьюха под номером 4. Но нам, думаю, пора заканчивать. Больше я этого кринжа не вытерплю. Ну, пока.